have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! Всем привет! Мы сейчас где-то. Во всем виноват кот. Он сейчас быстро расскажет, почему мы здесь и что здесь происходит. Я пока умоюсь. Добро пожаловать! А, привет, ты как здесь оказался? Выбери спиннер, что, блин? Вылезай отсюда. О! Так. Я жду суровой реальности. Там было уютно, отпустите! Смотри! Че? Рыбы! Как кто? А, тут рыбы, смотри! Аквариум! Рыбки! Тут кладбище! Так-то! С розочками. Когда он перестанет крутиться? Смотри. Да, такой же вопрос. О, перестает! Thank God! Fight. Битва, да нет! Нет! Файт? Для чего? На чем? Что? Что происходит? Мне кажется, нам надо было в одной команде быть. Бить и быть, это точно. Народ, я обратно в комнату, тут мне ничего не украшает. А, это туалет всего лишь, я думал, это... А может, ничего с розовыми нет? Да. Я бы вообще предложил... Какой вы команде? Синий? Желтый. А как мне понять, в какой я команде? А, как... А чё? Вы фиолетовые, да. Ничего себе! Какая жесть! Хрена себе! А чё происходит вообще? О! Потолок! Ну, в СЧ из комнаты можно выйти. Блин, я внутри, я не хочу внутри, у меня мороженка растает. А, это вот так работает? Секундочку. Все очень необычно. Бей его! Да ударил? Они не с первого раза сдохнут? Нет. О моё, куда я вышел? Я думал, там на улице это трава. Ты попал в ад. Оказывается, тут всё так. Суровая реальность. Мы в аду. Бей его, давай, ты почти выиграл. Угу. Ё-моё, жёстко. Ну есть, я кого-то заразил. Что? Собирай их. Это. Я какие-то пакеты с кровью, я комаров переростком убиваю, чё? Это просто... О, оно что, у меня оставили? Безумный убийца. Злодей-британец. Ой, сейчас... А, оно что-то брали, за что? Ладно. О, еще один бэджик пришел. Сейчас еще что-то будет. Смотрим на рулетку. Ну хорошо. Пока что звучит интересно. Я зашел в этот режим сейчас первый раз. Нет. Вообще без... Замок. Что? Замок. Ку, что ты сказал? Там удачи. О, короче, я хочу с кем-нибудь это драться на дробовиках. Без патрон. С прикладами. Да. Мы будем драться дробовиками? Без патрон, да. У каждого своя комната подписанная, и моя комната тоже подписанная. Да. О! То есть мне повезло, что я живу в центре, что ли? Нет! Что происходит? Да. Бомба замедлен... А, нет. Спидап спиннер. И? Офигеть, то есть мне тупо повезло, что я живу здесь, близко... Что это за красные капельки капают? Это монетки халявные. А. Нормально, чё? На них купить можно. Я могу вот так еще дверь закрыть. Почему дверь в туалет прозрачная? Вы офигели, кто так делает? Ты же один живешь. А почему у меня тогда замка нету? Она снаружи непрозрачная. А, она снаружи непрозрачная, ну, конечно, попробую. Нет, она снаружи прозрачная. Снаружи прозрачная, а внутри непрозрачная. Так она и так прозрачная. Кушать, стой! Нет! Feeling time. Да. Покушать. Где? Кого? О, поп. Там... что это? Серьёзно? Я не знаю, я что-то взял и выпил. Название просто очень... Да. Мне дали чипсы.
чипсы это неплохо. Я выпил колу под названием какашка. Да, то же самое. Серьезно? Вообще лучше бы нам кормежку попозже. Лучше бы кормежка была попозже. Ты этот... любитель поиска компьютеров. Джекпот. Джекпот, джекпот, да! Джекпот, джекпот! Нет! Таймбом! Блин, ну, вот сейчас я очень сильно согласен с суровой реальностью, потому что какой нафиг джекпот в суровой реальности? Так, такого не бывает. Итак... Ой! And the winner is... Фух. Технофриск. Почему не ты? Почему? Он сейчас будет бегать за всеми нами, пытаться нас взорвать? Смотрите за ним, он сейчас будет взорвался. Камикадзе? Ой-ой-ой, это горячая картошка, уходи. Дай. Да даже не подходи ко мне. Вот сейчас я очень хочу запереться в туалете. Бам. А как она у тебя оказалась? Он тебе передал? Ха-ха. Блин, жалко его. Жалко этого добряка, который, кстати, стал... Хорошо, теперь такой вопрос. А что с респаунами? Тут респауны есть? Да! МДЕшником. Так. Просыпайся, на работу пора. Вставай, Ержан. Так, причина смерти... Взрыв бабах. Таймбом. О, кровавый дождь! Аллилуйя, кровавый дождь. Сколько дадут? Пожалуйста, сразу там тысяч. Ага, догонят и еще дадут. Игра в кальмара. Прикольно, мне нравится очень. Дроп 4К. Будет 3К. 3000, вы что, издеваетесь? Это лучше, чем 1 или 2, давайте так. Это очень мало. А что тут почем? Я еще в магазине был. Собирайте капли. Капитаниш, блин. Капли с кровь, зачем? Зачем мы это делаем? Зачем мы собираем кровь? А, это 3000 на всех? Да. Так, я думаю, за кем мне побегать. Вообще ни о чем. Мне не нравится этот ивент. Вы меня не видите. Деритесь за деньги. Только в другой реальности. Дождя мало вообще как. Кот наплакал. Ай, шутки за 300. Social experiment. Кстати, да. Очень даже social, очень даже эксперимент. Хорошо, что будет дальше? А по-моему, в социальных экспериментах людей не взрывают. Вращайте барабан. Смотри, в каких. Я хочу купить себе новый дом. Так, теперь мне стало интересно, что тут еще есть. Я немножечко понял смысл происходящего. Джекпот! Water tank! Экзекьютор. О, нет. Множественный... Мультикилл! Монстеркилл! Так, ладно, это сейчас типа стенка на стенку? Типа того. То сейчас типа будут того. Разные команды. Я минус команда! Ну все, прощайте. Нет! Вы что? Желтую! Вот так. Блин. Да, вот так оно надо. Нет! Черты! Ай. Ауч. Блин, мне могилу приготовили. Черты. Посмотрим причину смерти. Мультикилл, так и сказано. А, без башки. Мультикилл. Изумрудный свет. Вот это без башки мне больше напомнило этот Battle Royale. Эй, куда труп поволокли? Отдай. А зачем тебе твой же труп? Ты чё? Адмирал после смерти не проснулся. Наелся и спит. Тут труп-то яма. Экзекутор. Локдаун, да. Покупай колу. Смотри, где? Иди сюда, за мной. Блин, почему так не везет? Надо колу покупать. Сейчас. А вот среди всех этих могил где-то должна быть моя могила. Да, видимо, они бесконечно там спавнятся. Ой, я только сейчас найдите заметил, мою могилу, есть пожалуйста. Хангер. Тут есть еще эфир. Ну ладно. А чё за звук? Нагнетающий. Страшный.
очень страшно, если бы вы знали, что это такое. А трупы видят трупы? Откуда ж я знаю? Вот вы видите друг друга? Я не видел, честно говоря. Я прям на спиннере стою. Где ты? Нет, мы не видим. Он призрак! Ты видишь призрак? Да, я только что увидел призрака. О, это холодное дыхание, это от вас? Да, вижу, холодное дыхание. Конечно, вообще это с мороженки этого. Это о, да, 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 это я так уже понял, тейк. О, чипсы. Смерть бы. А теперь где дверь в домик? Так, и чем мне с этим... А, драться будете сейчас. Я в этом уверен. Ай! Я в туалет иду. Что, можно закрыться просто? Ну, теперь ты один из нас. Ко мне просто прилетело. Откуда ж я знал, что меня убивать-то будут в локдауне? Локдаун не подразумевает убийство. Локдаун это ковидус. Не топорус по башке ус, а ковидус. Да. Умеешь, я за тебя. Да, ну тебя-то я вижу теперь, чё уж. А, мелочку, пока все не сдохнут, мы это будем вот такими вот, или чё? Это пока раунд не закончится. Пока нас в могилу не закопают. Ой-ой-ой! Я же говорю, пока все не сдохнут. Кстати, хочешь на свой труп посмотреть? Нет, пошли тогда. Не, мне в принципе норм, у меня голод перестал расти. Ой, нет, в состоянии призрака есть свои плюсы. Нет, там просто есть реально яма, в которой все трупы лежат. О, можно... Сейчас свет врубят, я посмотрю. Я придумал кликуху для Фрума. Wild Лупский. О, я Фрума. Чем я такой Wild? Дикий. Чувак, я ручной, как граната. Только граната? Вперед. О, свет включили. Опа-на. А я же живой? О! Меня возродили? А, по-моему, да. всех резнули, да? Живем. О-о-о-о-о. Так, social experiment. Вот, 50 баксов, 100 баксов. А это... Кровь это количество баксов или чё? Да. Да. Угу. А где ты? О, ты жив! Да, все живы, все живы. Что-нибудь из этого. Ну-ка, давайте посмотреть. Что у нас будет? Я хочу джек-код. Вот он килл? Таймбом. Не. Вот так, вода. Мы будем пить. Что там будет? Я думаю, voice on, on how to kill. Я думаю, будет файт. Это будет speed up. Да, видимо, файт. А, бомба замедленного действия. Расходимся, ребята. Расходимся, нас обманули. Пошли в домик, А, стоп. А, нет, сейчас будут выбирать. Если что, готов на кого-нибудь бомбу нацепить. Выбираем. Какой пальчик отрезаем. Блин, офигеть, как мне досталась хата в центре, если тут везде все раскидано вокруг? Это вот... А можно не я? Ну, это не я. Слушайте, заходите это все... не вы, уходите. Заходите все из нашей команды в домики фиолетовой команды. Давайте ко мне. Блин. Фруму, вот да, мы... давайте к Фруму. Где вы? Тут безопасно, хорошо. Домики фиолетовой команды. Заходи. Закрой дверь! В туалет иди. Я слышу, как пищит бомба. Бимба. Кстати, что написано на сделали, я читать не умею. Чего? Стой, прочитай упаковку чипсов, я не умею читать. Сделали вот этот эффект тут. Стой. Нет. Social experiment, potato crisps, bold and bloody. А тут есть? Кого? Чё сказали? Тут какие-то цифры странные сзади. 6-7-6-6. Это не... Срок это года? Сзади банковской карточки или где? Да, на чипсах обычно. Ты же чипсами проводишь такой по банкомату, и тебе выдают картошечку. Где-то в Белоруссии. А вы так не делали? Нет. Как я доел чипсы одним куском? Спорим, будет кровавый дыжди. Нет. Опять? Тайм-бомб, это тайм-бомб. Ладно, это не сюда. Random execution. Спид-ап, спиннер. Спид-ап. Оно будет ультра-быстрым.
Чё тут такой подозрительный чувак? Они все подозрительные. Так, денежка капнула, все. Ну, я купил себе новую комнату. Тут можно купить комнату? Что, блин? Слушайте... А где сюда, мои зеленые поля в комнате? Фром, иди сюда. Куда? Что у тебя? Стой. Смотри. Что случилось? А где моя комната? Так я и говорю, что где моя комната? А, у тебя комната зеленая. Это empty room. А где моя комната? Может, ты продал свою комнату, чувак? Ты ничего не перепутал. Где моя комната? Тут подписано, комната? Тут подписано, это моя комната, я не знаю. Где моя комната? О, нет. Дай бомб, валим. Да, валим. О. Я буду искать свою комнату. Я нашел ее. Красиво. Где? Заходи сюда. Сюда это куда? Ко мне, вот, я прыгаю. Вижу, такой. Иду. Беги. Так, беги, зеленый беги. Чувак, валим от зеленого чувака. Бегите. Я присоединюсь, пожалуй. Это ты там через бутербродик сказал, или что? Что за фильтр? Да. А, прямо аппетита. Спасибо. Зацените мою комнату, офигеть. У меня теперь лес. Слушай, лес мне нравится на самом деле немножечко больше, чем зеленые поля, но тут же возникает ассоциация со всякими DayZ и подобными проектами. Так, труп уже... Труп? А кто труп? А кто там? А, труп вон, да, уволокли. Все. Вон, уволокли. Я бы больше всего хотела отсюда, я не знаю, я тут непонятно. Не, народ, подумайте, смотрите, какая экономия. Здесь не нужна уборщица, поскольку лицами людей подметают пол каждые 2 минуты. Вполне нормально. Random execution? Да. Что это означает? Так, наблюдайте, моя удача. Все. Сейчас посмотрим. Я уверен. У меня удача хуже. Мне сейчас дадут джекпот. У меня джекпот будет, смотрите. У меня же будет. Ладно, но теперь есть люди более неудачливые, чем я. А, блин. О. Слушайте, пока. А мне повезло. Я думал, это будет джекпот. Еее, змея. Йоу. Воу, полегче. Жестко. Не, змея. Смотрите, кот был следующий. Да, я вижу. Рандом экзекьюшн. Так, хорошо, поехали дальше. Давайте что-то веселое. Так, по-моему, и так уже весело. Давайте рыбок вначале. Нет, блин. Экзекьютор. Не дошло. Чувак слишком сас, погодите, отойдите от него. Там капец. Коротко о нашей удаче. Это будем не мы, фух. Не мы же. Два игрока. Нет. Не два игрока. Нет. Ладно. Да ты видел? А мы белые? Это вообще легально спрашивать такие вопросы в наше время? Подходишь такой чуваку, ты белый? Я имел в виду другое. Да я знаю, да-да-да, вот так вот потом и будешь оправдываться перед гендерно правильным обществом. О, удачи! Нам сказали удачи. Спасибо. Так, я хочу испытание, где будем задыхаться все вместе. А можно резерекшн? Так, нет. Да нет, мы все умрем. Да ну какой локдаун? Нет, давайте, экзекьютор. Вот, хорошо. Да, что? Мы еще не видели, потому что этого еще не было, да, хотя бы посмотреть. Что тут будет? Мне сейчас дадут топор, и я пойду всех убивать. Нет, это мне дадут топор. Мне дадут топор, я буду всех убивать. Да? Караганда. Блин, это было близко. Никто... Першин, нет! Фух. Никто. Из наших никого. Да, из наших. Он близко? Не знаю, я хочу, чтобы он был далеко. А где он? Я хочу, чтобы его вообще не было. Я не понял, он выбрал, кого убить? Ну, видимо, да. Он, походу, выбрал, кого убить. Я знаю, кого бы выбрал Першин. Личная вендетта. Я знаю, кого бы выбрал Першин, я его знаю. И кого? А это уже мы узнаем в следующей серии. Так, ладно, смотрим дальше. Это нормально, хороший. Вот чувака, который танцует из форточки танцы, вот эту надо убить. А, кстати, да. Выдерживаю.
Воскрешение. Они хотят воскресить призрака. Зачем? Пусть они умрут. Для этого нужно жертвоприношение 4 человек и 2 козлов. Что вы там говорили о той, кто танцует Fortnite дансы? Суперкэт? Так, Спрайтмен? Спрайтмен только что укусил свой локоть, ладно. Суперкэт. Ноу! Чё сейчас будет? Ну её воскресят. А-а-а, нам повезло, повезло. Воскресенье было. Воскрешение, погодите. Воскресенье, блин, точно. Оу, ноу. Воскрешение в воскресенье, прикиньте, какие каламбуры, а-а-а. Ну, в принципе, же все логично, знаете, почему воскресенье-то так называется? Ну, по знаем. Религиозным мотивам, я так полагаю. Вот он, да. Фотокилл. О, мы сейчас будем голосовать. О, мы сейчас окажемся в Breaking Point, давайте, поехали. Я буду президентом. Круто. Голосуйте за надо меня. Выбрать. Я голосуйте за ту, которая... Которая танцует, серьезно. А, Шелби понял. От меня убегает. Вот как ее зовут. Да. О, самые маленькие игроки. Что? Я самые маленькие. А, самые молодые? Так, давайте золотого. Давайте, давайте молоко. Да, молоко всех бесит. Да, скидываем молоко. Смотрите, у вас молоко убежало. По-моему, да. Оно реально убегает. Бздынь. Блин, классные в этом выпуске шутки. Обстановка соответствует, знаешь. Так, молоко. Сегодня как? Такие веселые. По-моему, молоко скисло. Где Спрайт? Спрайтмен. That's a Спрайтмен. Молоко немножко откисло. Испортилось. Испортилось. Протухло. Так, сейчас разорвется, его вернут, чтобы еще раз убить, смотрите. Ладно, спидап спиннер. А вот это типа перекручивается просто спиннер, да? Ну просто в два раза быстрее. Или не в два раза быстрее. В три раза быстрее. Нет, погоди, он же... А, ладно, сейчас посмотрим. Пошли все в мою комнату. А, мне сейчас интересно посмотреть... О, мне какую-то ачивку дали. Dance streak, неплохо. Типа пережить 10 спиннов. Что же тут будет? Нет. О, залезайте мне в дом. Это нет, всем а всем оружие дается? Я хочу всех мутузить, где они? Зиара? Нет. А, вон, через минуту начнется. Повезло, повезло. Ну все, пора. Да. А минуточку, оружие у всех будет или только... Я думаю, у всех. Только у нас. А как мне попасть в комнату для мертвых? Можете не переживать, мы облегчим его. Да. Можете не... Я хочу спрятаться за могилкой, сказать. Можете не переживать, мы облегчим вашу... Ёперный театр, я забыл фразу. Все, отстаньте. Это вообще печалька, когда готовишься, а потом... Блин, это помните киношку «Судная ночь»? Вот, по-моему... Интересно, слушайте, кого я первым убью? Слушайте, кто помнит кот на чипсах? Хочу кота! Выбираем, выбираем. Кто помнит, какой кот на чипсах был? Не помню, ты ж на его произносил. Что ты дверь мне тут закрываешь? Закрывает она дверь, кот. Прикинь. Ой. Где мой нож? Пора рубить-то бы. Где мой сникерс? А у меня нет ножа. А почему, где мой нож? О, Уву, что за Уву? Это о? Звуки смерти. Это звуки смерти? Кого-то режут. Локдаун заканчивается через 60 секунд. Ну, допустим. Меня же не убьют. Это показывают... Кого сверху показывают? Погоди. Показывают? Я хрен его знаю. У вас же тоже сверху есть рамочка с рылами разными. О, я думал, нож. Будет кот в своей комнате сидеть. Я что, умер? Блин. Я не...
Мы должны найти кого-нибудь. Вы меня не найдете. Тихо. Они за могилами. Точно. Джонни, они на деревьях. Нет, не точно, но я в этом уверен. Джонни, они под землей. Куки. Повсюду. Смотрите, они подземляются. Заземление. Заземление 2. От создателей заземление 1. Не, будет смешно, если заземление 2 от создателей заземления 3. Нет, тут получается рекурсия во времени. Угу. О, все, свет включили. Где вы прятались? Я просто по кладбищу шатался, ну его нафиг. Это я под кладбище шатался. Понятно. Да ну, в прошлый раз меня что-то очень быстро отоварили, я наелся и спал, поэтому в этот раз не хотелось. Я на крышу залез. Ой, нет, смотрите. А можно залезть, интересно? Сейчас посмотрим еще один ролл, что тут офигеть, будет. Офигеть, трупы горят, а? Ты осторожнее, нет. А то фраза «трупы горят» и «трупы горят» очень имеют разные значения. Трупы сгорели из-за того, что трупы загорели. Второе. Да, у кого-то подгорело. О! Будет, да, исполнитель. Дайте резню какую-нибудь. Не, мы будем еда. Обедать. Нет, не будем. Да, будем. Спиннер. Нет, не будем. Будем? А, нет, будем. Да, 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 да. Да, еда. Прикинь, спиннер. Прикинь, спиннер. 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 Нет, да. Feeding time. Чипсы. Пом, пом, пом. А может быть на бутылке изображен тот, кто это все начал? Изображен или находится? Изображен. Да, да. Что ты делаешь? Капан. О, а сюда можно типа прицепиться? А как он это сделал? Я тоже хочу. Легко. Ау! Я головой включил спиннер, выпустите меня. Вот так вот. Ничего. Чуть теперь всем это место так сразу нужно стало. О, давайте залезем на друг друга. Я хочу джекпот посмотреть, ну стойте вы, твари. Давайте друг на друга встанем, наверх залезем. Да-да-да, давайте, давайте. Не-не-не-не-не, feeding time. Он смог. Теперь я хочу смогеть. Я хочу смогеть, да. П, правильный язык, только на наших... Секундочку, а я же здесь буду буквально недосягаем для этих, для охотников. Дай мне туда запрыгнуть, Слэк, помоги. Ну погоди, а охотники ничем не стреляют, они только режут? Да, запрыгни мне на голову. Денежка приехала. Ум, подойди к ним, помоги им залезть. Че это за сатана тут стоит? Вообще багом можно... Это чувака, который из... Справа, да, на него. Давай, 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 давай. Почти, почти, блин. Почти. Я лучше посмотрю. Вообще багом можно, короче. Залез еще другой чел, короче. Волка. Уфо. Это этот Skyrim стайл, что ли? Раз. Что там хендаут? Да ну, вы издеваетесь три раза подряд. Два, по-моему, не. Разве не что означает слово хэндаут? Хэнгаут по это. Раздача или... ножа. А, хэндаут, да. Найф хэндаут. Сяолинг. Как ты туда залез? А я не могу. Кот. Да там уже такая туса просто намечается. Сейчас у кого-то одного сверху нож появится и будет весело. Меня запустите в космос. Например, у меня. Я пошутил. А что за вотертанк? Да! Это плохо или хорошо? Вряд ли это водяной танк, это я думаю, что это емкость воды. Это резервуар. Смотрите на этот резервуар. Да. И что с ним? Смотри на него. А, там сейчас кто-то окажется? А-а-а. О! Давайте это... розовых. О, топим. Розовые. Топим за розовых, да? Человека. Красно. Смотрите, рыбы. Рыбы? А, минуточку, это то, с чего началась сегодняшняя серия, теперь я понял. Там этот человек козлиный, еще кто-то... Кликните на кнопку заполнить. Где она? Вот, она сзади. Вот, сзади, вот тут. Кликай на нее. Я хочу, чтобы они сдохли.
Я в глаза эту кнопку не... А, да? Вот вижу. Чувак такой, да, мы будем топить детей сегодня. Мы пойдем к ним? Что? Мы к ним пойдем? В тот момент, нет, когда топишь за справедливость, ну ладно. Мы будем просто наблюдать с верхних, самых лучших мест. Я, кнопка еще работает? Я думаю, уже нет. Давай ее столкнем. Черт. А что они? Еще. Так еще будут выбирать людей туда, вы что? О! А давайте за Шелби. Меня, за меня. Шелби, Шелби, меня. Она же тут танцевала. Да. Давайте. За меня голосуйте, я тут самый старый. Шелби пони, да, до свидания. Ладно, не меня, не меня. Гудбай. Это за Fortnite. Вот что Fortnite делает с людьми. За Fortnite! А чуваку из аквариума выпустили, рыбки его золотые. Ладно, ребят. Короче... Да, что? Да уже ничего. А что, короче, что длиннее, то что? Я пойду в туалете запрусь. Короче, уфолка плохая, ее нужно убить. Прямо она тут наверху разлетелась. Наверху разлетелась. Крылатая фраза. Ладно, тогда, думаю, ребят, на этом будем заканчивать. По-моему, офигенное местечко. Пишите, как вам, что вам. Мне нравится. Да, мне тоже нравится. По-моему, все сегодня заценили, как здесь и что. Пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра. Всем молодушек. Всем покеда. Пока-пока. Пока-пока. Вот финальный бум.